Смотрите, тут у нас два варианта развития событий. В первом варианте вы просто хотите, если вы просто хотите сделать ремонт, вам не нужна какая-то особая красота, вы хотите просто хороший ремонт, то дизайнер вам поможет не просто сэкономить, он вам поможет избавиться от ошибок, которые повлекут за собой какие-то финансовые потери. Дизайнер сделает все с технологической точки зрения правильно, все грамотно рассчитает, количество материалов и прочее, и тогда вы сможете сделать свой ремонт, ну, грубо говоря, правильно. И есть второй вариант событий, когда у вас очень большие хотелки, у вас уже есть что-то в представлении, или вы разрабатываете дизайн-проект сложным и очень сильно продуманным. Тут дизайнер поможет вам грамотно распределить свой бюджет, это не будет экономия, это будет грамотное распределение ваших средств, и ремонт закончится таким образом, что вы увидите, куда делись ваши деньги.